На улице перед городским театром смотр пожарной техники, а в холле – вернисаж детских работ на противопожарную тематику. Тем временем в зале ветераны и действующие сотрудники пожарной охраны принимают поздравления от творческих коллективов Анапы и администрации города. От имени главы Анапы Сергея Сергеева собравшихся поздравил его заместитель Алексей Харитонов. Хочу выразить вам слова искренней благодарности за ответственный труд, самоотверженность и отвагу при выполнении служебного долга, пожелать крепкого здоровья, семейного счастья, мира и благополучия, уверенности в достижении намеченных целей, новых успехов в службе, в любых делах и начинаниях. Пусть ваш опыт и профессионализм и впредь служат на благо Отечества. Датой рождения пожарных служб принято считать 30 апреля 1649 года. В этот день был издан наказ о городском благополучии, в котором и устанавливался порядок тушения пожаров. И в нашем государстве появилось постоянное круглосуточное дежурство пожарных дозоров. Наша работа была замечена главным управлением, Южным региональным центром. И нам был вручен диплом третьей степени за 2013 год за повышение пожарной безопасности муниципального образования город-курорт Анапа. И я хочу в этот день поздравить всех от всей души, пожелать всем счастья, здоровья, исполнения всех желаний и всего самого наилучшего. Поблагодарить также ветеранов, которые до сегодняшнего дня, как говорится, донесли наши традиции, которые мы будем продолжать. Заслуги лучших представителей профессии были отмечены почетными грамотами и благодарностями главы курорта. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и умелое руководство в решении задач по защите территории Анапы от пожаров награждены десятки спасателей. Медалью МЧС России за отличие в службе третьей степени награждается прапорщик внутренней службы Лобанов Дмитрий Михайлович. История знает множество примеров героических подвигов пожарных. Память о тех, кто отдал свою жизнь во имя спасения других, почтили минутой молчания. Также для возложения к памятному знаку пожарным, погибшим в годы Великой Отечественной войны и ушедшим из жизни в мирное время, и к памятной доске партизанам пожарным, погибшим в годы войны, были направлены корзины с цветами. А присутствующим в зале ветеранам от ветеранской организации – цветы, подарки и концертные номера.